Доброе утро всем заглянувшим. Привет из дачной Купавны. Приглашаю всех провести с нами утро в дачном раю. Натя, ты вон там, вон видела розового цвета пион. Я думала, он тоже будет такой же белый, как вот этот, а оказывается, он розовый. Он второй год всего цветет еще. Вот, он же не белый. У него и листья, видишь, какие? Там зеленые. Это тоже древовидный, он с бордовинкой. То это есть... сорт такой, да? Ну да. Не может же он просто из-за того, что тень... Нет. Это вот именно он такой. А, это вот кудрявенькое, это что такое? А он такими розовыми цветет. Название забыла, у меня все записано, я забыла название. Даже на каланхой немного похоже. Ты мой цветочек не кушаешь? Улетает. А это, смотри, как роскошно цветет. Барбарис Тунберга. Но плоды, они тоже съедобные или только... Я не знаю, у нас есть обыкновенный барбарис, поэтому эти я не пытаюсь есть. Вон там обыкновенный, вон он с желтыми цветами, за качелями вон там. Да. А это вот тунберга красивый. Такой. Ага. Очень красивый. И не одна пчелка. Да, полно тут, жужжат прям. Вон как. А, чего? Да. Мне кажется, там уже больше не натянешь. Что трудиться? По-моему, не провиснет. Вот это просто надо натянуть. Я еще не закончила, да. Вот так вот проволоку натянули. И к этой проволоке веревочки подвяжем к колышкам для огурчиков. Сейчас я займусь. О, какие уже стали хосты. Закрывают бадан. Смотрите, какая красота, какая прелесть. Возле дорожки такие. Боярышник растет. Тюльпаны, желтые тюльпаны, вестники разлуки, сирень. Василечки. Кто тут лазит по Васильку? А-а-а.
Кто это? Здесь у нас сныть под компост, тыквы. Желтые тюльпанчики уже розоветь начали. А вот так вот у нас сейчас выглядит маньчжурский орех. Видите, сережки какие висят, значит, будут орешки. А листья только-только еще выпускаются. Они будут метровые, по-моему, или даже больше метра каждый листик. Вот такие тут сережечки. Маньчжурский орех. Да, спрашивали, вот это цветы? Нет, друзья, это листья. Вот так вот они окрашиваются, и называется это молочай. Вот такой прекрасный кустик. Да, Сереж? Сейчас посмотрим, может быть, где чего забыли. В каком месте, Сереж? Возможно. А, да, не увидела я, забыла. Полить-то полила, забыла. Ну ладно. О, хорошо, подвязал. Пусть теперь сбираются. Огурчики уже есть. Ты заметил, там огурчики кое-где есть. Вот огурчики. Помидорчики цветут. Надь, уйди с солнца, Христа ради. Как будто я не вижу. Даже солнце не видел. В этом году, да, не видел еще. Нет, ну не надо на солнце работать. Нормально все. Такая красота тут. А? Абрикос или что это? Нет, это айва китайская, да. Что ли? Типа айвы что-то. Ну да. Ну-ка поближе, поближе. Ничего себе. О, красивые. О, вот это да. Да, красивые цветы. И плоды красивые, как красные яблоки. Типа азалии. Вот типа, да. Так, девочки у нас спят, поэтому кресло пока свободно. Чуть-чуть воспользуемся. Покатаемся мы с Надей сейчас.
вот, друзья, удачи вам, всего доброго, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч на моем канале.